Конструкция, построенная 50 лет назад, долго не продержится. Через 10-15 лет после ремонта встанет вопрос о полном закрытии моста Саратов-Энгельс. Параллельно за это время нужно искать альтернативу переправе, говорят чиновники. По их словам, она есть. Рядом со старым мостом будет построен новый. Есть на это и подрядчик, и инвестор. Строить третий мост будет та же компания, которая работает над проектом переправы в Крыму. По прогнозам, новый мост должен появиться к 2020 году. Правда, стоимость будет известна, когда проект пройдет экспертизу. Сложное сооружение с эстакадами и подходами планируется возвести в Саратове в районе улиц Чернышевского и Дороги Дружбы. В Энгельсе мост будет выходить около речпорта.